Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. Сегодня я вам покажу дедовский способ, или лайфхак, как сегодня говорят, как очистить свой инструмент. Часто в мастерских у нас инструменты сильно вымазываются, то есть вот эти ручки, они постоянно в смазке, в мазуте, грязные вот такие отвертки. Очень простой, дешевый способ, он позволит вам сэкономить бюджет, не тратить деньги на всякую химию, там всякие очистители двигателей, салфетки в Америке рекламируют, там протер и это. Короче, смотрим. Вот у нас отвертка грязная. Берем очиститель двигателя от компании ГРАС. Не обязательно именно его, есть очистители и других фирм. Короче, как три, не три, вот это черное в резине, оно все равно остается, и никакие очистители не помогают, хоть сколько ты его три. Есть лайфхак: берем тряпочку ветошь, берем смазку, которые мы смазываем инструмент, нулевка жиденькая, можно маслом, ну в данный момент смазка, смотрим, почти как новое. Сейчас возьмем сухую тряпочку и вытираем насухо. Ну, здесь, конечно, нужно просто посильнее потереть, чтобы внутри вот это в упырышках. Ну, а так она, что новое? Ни одним очистителем так отвертку не отмыть. Давайте попробуем на старом деревянном молотке, который просто хламину грязный. Сразу маслом, без очистителя. И никакие там в Америках рекламируют салфетки всякие для очистки инструмента дорогущие. Обычная смазка или масло. Только есть нюанс. В дерево масло впитывается потом. То есть ты даже если вытрешь, чуть-чуть оно будет масляное. А вот на резине мы насухо вытерли. И смазки вообще нету, она сухое, то есть рука не мажется. Попробуем лайфхак для фанатов желтого. Работает ли? У них все время инструмент замызганный. Тут никуда не деться. Желтый корпус настройки, он всегда будет грязный. Проверяем. Смачиваем смазкой ветошь. Что-то не очень. Зеленый становится. Смазка зеленая. Он в макиту превращается. Он не будет. Желтеет. Когда вытираешь насухо. Поры забиты. Побит. Ну все равно, как, не очень, конечно, в поры забиты, но оттирается как бы. Если вот сор перевернуть, вот было.
Но это мы еще так легонечко пробовали. Ну да. Если потереть сильнее, может быть, ее можно тереть нормально. Так, пошла реклама Инка. Вот такой инструмент, он для мастерской не очень хорош. Тем, что у него ручки вот такого плана, они засираются быстро. Надо либо вот такого плана, а вообще вот он идет. Такой вот Книпекс у нас. Вот этот от смазки оттирать легче всего. Вот с такими ручками весь инструмент должен быть в мастерской. А не с такими. Это больше для стройки. Ну, давайте попробуем. Берем масло. И сравним. Сейчас у нас есть распечатанная инка. Ну, видали, что новый. Было, стало. Так что не тратьте деньги на всякий маркетинг, салфетки, химия и прочее. Плюс у вас инструмент будет не ржаветь, потому что это вроде это смазочка, то есть металлические вот эти части. Можно вот таким маслом. Грязная. Черный все равно от него. Да даже грязная тряпка он то вымывает начисто. Супер. Ну, конечно, он не будет у вас новый, но очень чистый. Если хорошо протереть насухо, его даже не надо обезжиривать. То есть рука не... В руке приятно его держать, то есть он не в масле. Ну а кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!